В этом году экзамены на степень бакалавра в Гагаузии сдавали 535 выпускников лицеев. Среди них есть единственный ученик, окончивший лицей с наивысшим баллом. Им стал ученик 12 класса лицея имени Михаила Еминеску Александр Руссу. Я на самом деле удивился, я думал, побольше будет таких, как я. Я из нашего класса даже некоторые взяли десятки, я думал, это не настолько сложно. Вообще, я тоже боялся, на самом деле, экзаменов немного. Я думал, у меня результаты будут меньше, но когда увидел, что они настолько хорошие, я и сильно удивился, да. Страх, ожидание, волнение, но вместе с этим усидчивость и труд. Эти качества помогли Александру сдать все экзамены на десятки и тем самым окончить лицей на отлично. Действительно, да, боялся, я готовился долго. Самый сложный для меня предмет был румынский язык, на самом деле. Я думал, что там будет намного все хуже. И очень меня удивил тот факт, что, оказывается, там 9, а даже 1 балла не хватало до десятки. Я подал на апелляцию. Мало надеялся, что поднимут. Но как подняли, я был очень рад, на самом деле. Главный секрет успеха заключается в сбалансированной подготовке в течение всего года, отмечает Александр. Мне очень сильно помогли мои учителя. Во-первых, мы на уроках, особенно на уроках математики, последние полгода мы только делали, что готовились к бакалавру. Также мне хорошо помогли курсы, которые проводились в Кишиневе, в университете техническом, кишиневском. Там организовывали курсы по математике и информатике для подготовки к бакалавру. И наш директор нам предложила всем классам туда поехать, она даже выделила нам автобус. И каждую субботу мы, вот начиная с марта месяца, ехали в Кишинев, и там нас довольно хорошо готовили. Двухчасовые лекции, объясняли все по бакалавру. Мне это на самом деле помогло. У меня несколько тетрадей и конспектов осталось. И вот перед экзаменом, последние две недели, я вот усиленно просто открывал прошлогодние варианты тестов и по ним готовился. Но вот прошлые года я сильно не думал. Я что-то надеялся, что этот день настанет сильно позже. Я что-то как-то откладывал. Вот последние полгода я сильно готовился, да. Помимо этих курсов, ты когда-либо пользовался, не знаю, курсами, уроками репетиторов каких-то? Или все то, что ты получил в стенах этого лицея, вот все то и ты применил в своей учебе? Да, так и есть. Я к репетиторам не ходил. Единственное, можно сказать, английский. Я не сдавал экзамен английского языка. Я сдавал интернациональный IELTS экзамен. Я к нему готовился. Прошлым летом несколько месяцев взял курсы. Сдал в ноябре, и вот я получил освобождение. Это единственный вот репетитор, к которому я ходил. Остальное мне вот очень хватило того, что я получил здесь. Я благодарен своим учителям за это. Конкретно вот учителю математики Мария Бузилы, румынского Надежда Хурчук, даже информатики Дмитрий Мураль, хоть он появился чуть позже. И даже и учитель английского. Ирина, фамилию не вспомню. Но в остальном все сам, все благодаря учителям и тут в школе. Я не было репетиторов у меня. Как относятся к твоим успехам твои родители? Я не знаю, помимо учебы, помогаешь ли ты родителям дома чем-то? Занимаешься ли ты? Есть ли у тебя какое-то хобби? Занимаешься ли ты каким-то видом спорта? Ну, родители рады, конечно, сильно были. Они меня поддерживали. Конкретно в учебу они сильно ко мне не приставали с учебой. Они верили в то, что я сам справлюсь. Я им даже рад за это, что они мне сильно не мешали. Насчет помощи родителям по дому, да, я, конечно, помогаю. Насчет хобби, вот я увлекаюсь информатикой. Я иногда сам в свободное время так открываю, смотрю что-то, общаюсь с людьми в этой сфере, делаю сам что-то. Успехов пока не очень много, но нет, на самом деле есть там шаги есть. Я вот собираюсь дальше учиться в этой сфере, и может у меня даже что-то выйдет. Александр, ну перед вами сегодня открытый, ну... Я могу сказать, что все университеты Республики Молдова и большинство университетов мира с таким баллом можно попасть сегодня спокойно, я не знаю, в университет, о котором ты даже никогда не думал и не мечтал, наверное. Куда? Какой путь изберешь? Я еще решаю. Сложно, на самом деле. У меня было много университетов на выбор, осталось только двое, и вот сейчас надо за эту неделю решить, потому что уже время подавать заявку на поступление. Конкретно у меня осталось два выбора. Это УТМ в Кишиневе,
Вишневский технический на IT тоже. Или же в Клуж, на ПОКа, Бабиш Буляй. Я, как понял, это один из самых престижных университетов в Румынии. Хочется, конечно, и туда, но это уже подальше от дома. Тут свои минусы есть, свои плюсы, конечно, там он более все-таки престижный считается, да. Я не знаю, мне сложно выбрать на самом деле. И там есть свои слабые и сильные стороны. Вот сейчас буду, наверное, эту неделю обдумывать, с родителями разговаривать. Насчет за границей, ну, дальше, чем Румыния, Молдова, я сильно не думал, потому что есть проблемы с тем, что нету европейского гражданства, там это будет, дает некоторые сложности. Я не успел его сделать, думал, в прошлом году начал, но это затянулось. Так-то я до этого думал в Голландию поехать, учиться там, есть хорошие университеты, но судьба. Александр, а скажи, что бы ты сегодня посоветовал тем ученикам, которые, ну, допустим, сейчас учатся в лицее или в этом году будут сдавать бакалавр? Вот на что нужно обратить внимание, какие качества в себе нужно воспитать для того, чтобы с таким же успехом сдать экзамен на бакалавр? Ну, нынешним ученикам я советую уже вот, в 12 классе уже определиться, какую сферу они хотят развивать, куда они хотят идти дальше, учиться, работать. Потому что даже из нашего класса очень многие были не уверены и взяли предмет, какой они знают лучше всего. Но я считаю, что лучше уже в этом году определиться, взять тот предмет, который тебе понадобится в дальнейшем. И конкретно этот год готовиться только к вот этим вот четырем предметам экзамена. То есть, ну, четырем у нас, есть некоторые школы 5-6. Готовиться, обращать внимание конкретно на эти экзамены. И вот что лично от меня советую, я как сказал, я сильно не готовился все остальные года, я начал только вот в этот последний год. И как готовился я? Я просто открывал все прошлогодние тесты, вот так с информатикой было. Я не учился по книге, а я учился по прошлогодним тестам. Я их открывал, что не знал, как решать, я спрашивал учителя, я искал в интернете. Для себя что-то записывал, запоминал, у меня вот сам написал для себя какую-то тетрадку конспектов для информатики. И вот таким вот образом я к ней подготовился. То же самое можно делать с абсолютно всеми предметами, тот же вот румынский. Если посмотреть, претестирование прошлогоднее и тест сам, они очень похожи. Как и в этом году тоже претестирование и тест очень похожи, поэтому обращайте внимание, кстати, на претестирование. Мы не заметили этой фишки сразу. С математикой то же самое. Там есть перечень заданий, которые вот, они меняются каждый год местами. Вот если готовиться по всем этим тестам прошлый год, позапрошлый год, даже позапрошлый год, хоть они и поменялись, но тема задания осталась та же, можно так хорошо подготовиться. И если видите, что что-то не получается, спрашивайте учителя, как-то ищите возможности. И вот так вот очень хорошо можно подготовиться к бакалавру. Потому что все задания, как я сказал, они похожи. Я вот конкретно так подготовился, и мне это хорошо помогло. Александр, как быть с страшилками? Видеокамеры, металлодетекторы. Вот что бы ты посоветовал? Нужно волноваться перед экзаменом? Нужно, стоит ли вообще переживать? Или просто нужно сосредоточиться, сконцентрироваться и выложиться на все 100%? Меня уже подобное кто-то спрашивал. Я конкретно не боялся камер, металлодетектора. Почему? Возможно, потому что у нас уже на протяжении вот этих 3 лет, конкретно в нашем кабинете, сами по себе были камеры. Нас директор нас приучила к тому, что мы всегда все писали, все даже уроки вели под камерой. Возможно, мы привыкли, не знаю. Но на экзамене для меня это не было большого стресса. Ну, камера, металлодетектор. Самое страшное было бы, если бы ко мне подошли во время экзамена, чтобы проверить, мало ли я там верчусь, не знаю что. Потому что это бы отняло у меня время. Вот, кстати, в экзамене самое проблемное – это не камеры и металлодетектор, а время. Мне катастрофически на румынском не хватало времени. На математике и информатике – да, но с ними у меня было попроще. Возможно, для остальных учеников, даже те из нашего класса, для них очень мало времени. 3 часа не совсем достаточно. И если еще нас будут отвлекать во время экзамена, что вот думать, что мы списываем, поднимать нас, проводить с новым металлодетектором, это отнимает время, и это вызывает стресс, очень сильный стресс. Даже у нас на экзамене была одна девочка, которую 2 раза во время одного экзамена подняли, и она очень распереживалась.
вообще в обычное время, вот когда вы пишете, я не знаю, надо сконцентрироваться на экзамене и вообще не обращать на это внимания. Держать в голове тот факт, что у тебя нет времени на переживания, так сказать. Надо сконцентрироваться, надо писать, чтобы сдать хорошо и быть довольным своим результатом. Ну а сейчас, когда все это волнение, все эти переживания, все эти стрессы остались позади, с какими эмоциями ты сегодня получаешь свой диплом? Первый диплом и первый документ да. в большую, настоящую, самостоятельную жизнь. Ну, я расслаблен, на самом деле. Я все уже успокоился. Я, на самом деле, переживал немного перед вот эту последнюю неделю экзаменов. Я хотел, да, написать хорошо, боялся, что где-то вот ошибусь там не, по незнанию, а просто потому, что где-то я там перепутал что-то, где-то там я снервничался. Но, кстати, вот на экзамене я был собранный, я постарался сделать все идеально и все хорошо сделал. Конкретно сейчас, да, я очень рад тому, что я так хорошо сдал. Я рад своим результатам, я доволен ими в первую очередь. Я думаю, что я слишком сильно даже переживал. Я больше потратил времени на переживания, чем на подготовку вот эту последнюю неделю. И сейчас я несказанно рад, что я вот, все, груз ответственности спал. Сейчас, правда, надо поступать в университет. Там тоже могут быть вступительные экзамены, тоже надо немножко готовиться. Но, не знаю, мне сейчас уже попроще. Как будто бы груз в душу упал, я чувствую себя спокойно. Сейчас вот готов получать свой диплом. Успехи Александра обрадовали весь педагогический состав лицея. Importante zi, deoarece astăzi veți primi, de fapt nu este primul, dar noi îl considerăm cel mai prim important act de maturitate și anume actul de absolvire a liceului. Acest act de absolvire, îmi pare bine că toată comisia noastră de evaluare și de apreciere a cunoștințelor voastre pe toți anii de studii, putem să spunem cu certitudine că sunteți bravo și ați fost bravo de totdeauna și astăzi încununăm toți o operă frumoasă, 100% promovate la bacalaureat și cu al doilea eminent în Găgăuzia, medalist de aur, cred eu că va fi ăsta onorat, Alexandru Rusu. Și Alexandru, te poftesc aici în fața noastră. Eu vreau să-ți înmânția cu atâta onoare, cu atâta îndrăzneală, fiind directorul instituției 23 de ani de studii, al doilea elev în liceu, al doilea 10. Bravo și mă mândresc cu tine. Așa să porți faima liceului mai departe și cred că la facultate, când absolvești pe 10, să fii tot așa. Vreau să vă doresc tuturora acea încredere în voi, cum a avut-o Alexandru la el la bacalaureat, așa calmitate sau așa atitudine pozitivă, cu emoții bune, cu emoții de cunoaștere și de îndrăzneală, și acel eu care l-a avut Alexandru la noi instituție se persiste permanent și la voi, deoarece această curiozitate a lui de a cunoaște trebuie să avem și noi noroc să o avem toți. Deoarece este foarte îngăduitor, atent, cu o logică deosebită, ceea ce și denotă faptul că a ajuns așa rezultate foarte frumoase. Vă doresc tuturora succes și o maturitate pe cum se cade. Софья Александровна Руссо в лицее имени Михаила Еминеску работает преподавателем истории не один десяток лет. Успехом своего внука Александра несказанно рада. Среди тех 30, сколько там, он тоже является вот членом этой группы, которые сдали бакалавр на одни десятки. Ну, что могу сказать? В первую очередь, понятно, что это радость. Неожиданно, в смысле того, как бы я была занята работой, и я забыла, что он сдает бакалавр. Обрадовал нас и является примером для всей нашей семьи. Но хочу здесь отметить, что и родители учились так же, как учился Александр. И я думаю, что и в дальнейшем у Александра будут хорошие успехи, потому что он, если ставит себе определенную цель, он доводит эту цель до конца. Вот что у него, вот эта усидчивость,
Это характерно, особенно для него. Работает, очень много работает. И гордимся. Гордимся не только мы, как семья, или я, как бабушка. Это гордость нашего лицея, потому что к этому успеху причастен абсолютно весь дидактический корпус нашего лицея. Спасибо всем, что можно пожелать здоровья и чтобы он реализовал себя в той отрасли, которую он себя выберет. Вот. И мира, чтобы было, потому что от этого очень много зависит. Желаю всем бабушкам и дедушкам иметь таких внуков и радоваться успехами своих внуков. Помимо золотого медалиста в этом году в лицее имени Михая Еминеску имеется и серебряный медалист. Им стал выпускник 12 класса Давид Караман. Sper că viața să ai și mai mult noroc și îți va purta norocul fiesta așa din bine și din plin. Felicitez! Planul meu e mare. Путей много открывается, вправду. Ну, я хорошо поработал, поэтому я могу поступить в очень много факультетов. Я свой путь уже выбрал, я хочу стать программистом, приносить прогресс и облегчение человеку с помощью машин, компьютеров. Но как жизнь пойдет дальше, я не знаю, поэтому смотрю с оптимизмом в будущее и готовлюсь к борьбе за жизнь, за свое счастье. Вот. Сегодня вот на самом деле очень важный день не только для тебя и для твоих педагогов, которые вложили в тебя столько труда, но и для твоих родителей. Я уверена, что они больше всех ждали этого дня. Вот что бы ты им сказал? Во-первых, это огромное спасибо. Хотя спасибо — это слишком маленькое слово для всего, что они сделали для меня. Родители, которые сначала родили, потом в меня вложили не только деньги, но и время, свои нервы, свои лучшие годы жизни, а также учителя, которые работали. И, знаете, учитель — это не такая профессия про деньги, а про призвание. Поэтому нужно придумать новое слово в русском языке. Спасибо специально для родителей, для родителей и для учителей, чтобы охватить весь этот спектр эмоций и благодарственности, которые я хочу им вот выразить. Несмотря на трудности, а их у нынешних выпускников было немало, процент качества знаний в этом году существенно улучшился. Трудно заметить, что с каждым годом растет качество знаний. Качество знаний – это процент учащихся, которые учатся на 10, 9 и 8, и, следовательно, подтверждают эти оценки в рамках экзаменационной сессии на степень бакалавра. Процент качества растет, он у нас больше 35, это неплохо. Плюс у нас всегда уровень сдачи в целом экзамена выше, чем республиканский уровень. И мы очень надеемся, конечно, на дополнительную сессию, чтобы наши все задолжники имели хорошую возможность пересдать. Поэтому, конечно, пандемия, онлайн-обучение — это дети, которые как раз попали во весь этот период, сказывались, но в этом, особенно в этом учебном году, была проведена очень большая такая целенаправленная работа. И под руководством Главного управления образования мы с сентября месяца стали работать со всеми лицеями, чтобы организовать стабильный график проведения консультаций, чтобы выявить детей, которые действительно находятся в степени риска, и вероятность получения отрицательной оценки. Очень большая работа была проведена в коллективах педагогических, был проведен большой мониторинг всей этой работы, и я думаю, что это тоже сказалось на этих результатах, потому что по нашим прогнозам, конечно, была немножко другая цифра в худшую сторону. Но, получив такие результаты, мы, конечно, были удовлетворены, потому что ожидания были хуже. Но вот эта проделанная работа на протяжении всего учебного года, она дала свой результат. По всей Молдове все экзамены на степень бакалавра на одни десятки сдали 47 выпускников. За успехи в учебе Александр награжден дипломом президента Республики Молдова Майи Санду.